Сын, держись! Еще немного. Теперь с тобой все будет в порядке. Я отлично ориентируюсь в пещере и изучил повадки этих существ. Будь осторожен. Они совершенно слепые, но отлично слышат. Поэтому просто сиди тихо. Я запру дверь и оставлю тебе свой дробовик. Постараюсь добраться до самого низа пещеры, где мы проводили взрывные работы. Там должен остаться динамит. С его помощью мы сможем взорвать завал и выбраться.